Друзья, всех приветствую, с вами Дидар Садыкбек, который все так же любит футбол. Это шоу «Третий тайм», и у нас сегодня в гостях очень известный блогер, молодая мама Мадина. Мадина, добро пожаловать. Можешь чувствовать себя как дома, и мы сегодня с тобой, да, мы с тобой сегодня поговорим о футболе. Смотрела последний матч сборной Казахстана? Нет. Играла с Данией? Нет? Настолько все плохо, ребята, настолько все плохо, что, блин, везде писали про это. Нет, не смотрела, честно, вообще. Про победу сборной Казахстана, чтобы ты понимала, мы выиграли участников чемпионата мира и Европы, проигрывали со счетом 2-0 и за 15 минут перевернули матч и одержали сенсационную победу. И давай потихонечку переходить к нашей рубрике. Для начала давай я тебе позадаю легкие вопросы. Что такое пенальти? С определенного расстояния, да, что-то? Говорю, типа, я не буду подсказывать. Это как в школе, есть же, как на учителя смотрит. Сейчас. Блин. Офсайд лучше спросите, я это запоминала. Пенальти. А, пенальти. Короче, вот так вот выстраиваются противники твои. Да, все правильно. И ты там один стоишь и пробиваешь пенальти. Лин так уверенно врет, знаешь, да? Типа, блин, как? Это все... же правда? Нет, это штрафной. Это вот он сам, судья, говорит тебе, вот сейчас будет пенальти. Они такие, о. То есть ты говоришь... А, не вы один. А, нет, пенальти, это, короче, по очереди. Вы, потом следующая команда, вы, потом следующая команда, да? Не, ну это после матча пенальти. Ну, в принципе, это правильный ответ, но пенальти, что это такое? Вот стенка, да? Подсказка. Правильно. Нет, стенки нету. А, стенки нет. Вообще стенки нет. Есть определенная дистанция, с которой бьют. Давай хотя бы вот угадай, 13? Сколько. Почему 13? Не знаю. То, что пришло в голову, реально? Да, а сколько? Меньше. 9? Больше. 11? Вот, 11 метров. И никто там не стоит в стенке. Спокойно подходишь, бьешь. Что такое хэт-трик? Подождите. Сейчас что-нибудь придумаю такое. Хэт-трик. А, хэт, голова. Голова. Идеально. Голова. Очень близко. Забил головой. Ну, возможно. Возможно. Ну, мяч летит, он такой. Нет? Нет. Мяч летит. Когда они вдвоем ударяются друг от друга головой. Хорошо, подсказку тебе, окей? Чтоб ты вообще... Это количество забитых голов. Головой. Почему головой? Ну, хэт же. Это количество забитых мячей. Вот. Один человек забивает определенное количество. Это считается хэт-трик. Три. Молодец. Ну, ты же знаешь. Там хэт-три, видите? Да. Хэт-трик. Хэт головой и трик, короче. Это очень... Логика. Да, логика – это сумасшедшая сила, да. Хорошо, в принципе, это были легкие вопросы. И переходим к следующей рубрике «Найди футболиста». Итак, поехали. Первый футболист – Леонардо. Ди Каприо. Кстати, актер. Актер. Нет, давай, все, пойдем. Леонардо Банучи. Леонардо Вератти. Леонардо Ди Каприо. И Леонардо Каутиньо. Каутиньо. Это неправильно. Банучи. Молодец. Это правильный ответ. Идем дальше. Следующий бывший футболист, а ныне тренер Лучиано Анчелотти, Лучиано Спалетти, Лучиано Спагетти и Лучиано Нунес. Мне кажется, первый вариант. Как вы сказали? Анчелотти? Ну вообще, ты из тренеров, давай, кого ты знаешь из тренеров из футбольного мира? Бензема уже сейчас тренер. Нет? Все. Ой, не подождите, нет, не называйте. О, подождите. Да не смейтесь, ну блин. Ладно, я не успею, все. Я еле держусь. Хорошо. Ну, этот, сейчас. Один Зидан хотел сказать. Он же тренер? Да, да. Вот его только знаю, все. Его только? Угу. Пусть будет второй. Спалетти. Да, Спалетти. Это правильный ответ. Ну-ка, от меня личный вопрос. Все победители чемпионата мира с 2002 года. Какой сложный вопрос. Неожиданный, самое главное, неожиданный.
И такая, начинает. Бразилия, Италия, Испания, Германия. Можешь год хотя бы? Ну, через каждые 4 года, это же логично. 2002, 2006, 2010. Франция и вот Португалия. Португалия? Чё? Как? Ой, Аргентина. Да. Хорошо. Окей. Мы переходим к третьей рубрике «Музыкальный футбол». Вадим, ты меня слышишь сейчас? Да. А, здесь пока она с нами. Хорошо. Ты должна прочитать по губам и отгадать, то есть, ну, футболиста, тренера, там, первый футболист, Леонардо? Месси? Нет, Леонардо Месси. Левандовский? Все, молодец, да. Ибрагимович. Кто это? Это носатый футболист. Это не Артур Арчибальд. Ибрагимович. Ибрагим? А, этот что ли? Ибрагимович? Да, все правильно, молодец. Это легко, по идее. Это легкий футболист. Кулибали. И сейчас мы ее поймаем. Куку, что ли? Куку? Да. Кака? Нет. Теперь смотри. Нет, есть же такой. Да, есть такой, да. Ку. 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 Куй. Кони? Кони, говорит. Кули. Кули. Ли. 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 Ки, куки. Нет. Кули. Ли. Ли. Китаец? Нет, при чем тут китаец? Ли. 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 Кули. Бали. Куда ты хочешь отдохнуть сесть? Кулибали. Молодец. Кулибали такой есть? Да, есть. Есть. Можешь снимать наушники. Снимай наушники. Снимай наушники. По слогам давайте. Снимай наушники. Все, закончили уже. Снять наушники. Да. Мадин, ты большой молодец. Спасибо за то, что ты пришла. Мы тебя обязательно еще раз на другие наши рубрики, на другие проекты пригласим. Ты очень позитивная. Нам очень понравилось с тобой вот снимать. Мне лично кайфово было. Сейчас, смотри, у нас еще в конце этого сезона у нас будет, условно, 6 съемок с разными медиа-персонами. То есть, и те, кто больше всех набьет, у нас пока лидирует, если не ошибаюсь. Ну, в общем, вот здесь выйдет, мы обязательно выставим, кто ведет, лидирует. И если ты больше набьешь, то тебе подарим в конце сезона от нас подарок хороший. Машину? Ну, не прям такую хорошую. Нет, ну, возможно, даже машину стиральную. Правильно? Так что, готова? Ну, вообще, как ты, набивала? Нет. Ну, давайте попробуем, я считаю. Давайте. Главный спонсор спортивных эмоций компания OneXBet уже второй год член большой семьи SD. Переходи по ссылке в комментариях и получи приятный бонус до 200 тысяч тенге по промокоду SD1X. Наша последняя рубрика, где наш звездный гость должна набить. И нам пофигу, что это девушка. Пацаны, а вот так? Ой. Да, можно? Можно пропотеть. Ой. Аккуратно. Ой, извини. Три, ломай. Раз. Toyota Camry 200. Аккуратно. Блин. Раз, два, три. Волшебный. Кулак.
4, раз, два. Все хорошо. Раз, два, три. 4, 5! 5 было, 5 было, было! Я просто хочу сказать нашим зрителям, так весело мне в жизни никогда не было. Мы просто от души покайфовали. Ну как тебе вообще наша передача? Классно, мне понравилось, спасибо за приглашение. Да. Тебе еще раз спасибо за то, что ты уделила время и поддержала нас. А вам говорю, обязательно подпишитесь на канал, пишите комментарии, кого пригласить, кого вы хотите видеть следующим звездным гостем. Обязательно пишите слова поддержки Мадине. Мадина просто молодчина. Спасибо. Пока-пока.